варятся волшебные камушки, варятся. Хотел бы я что-то покушать сладенького. Фея, ты можешь мне одолжить свою палочку? Теперь у меня есть волшебная палочка. Посмотри, появилось яйцо. Ого! Я не хотел такое яйцо, это ж куриное. Посмотри, Kindle появилось. Получилось! Ого, это же Kindle Maxi. Ого, это же смурфики. Еще одну хочу такое яйцо, смурфики. Раз, два, три, Kindle появился. Ого, получилось! Теперь у меня их два. Даниэль, а чем ты занимаешься? Что это у тебя? Это я. Я попросил фею, что она мне дала палочку, и я вот так, махнул палочкой, и появилось два яйца у меня. Ничего себе, что за сказки? Не верю, как так может быть? Киндер-яйца, смурфики? Здорово. Ну, неважно, давай тогда открывать их. Да. Ну, давай я покажу поближе, что за яйца такие. А я пока буду убивать это все, что она не мешала. Какие классные такие большие яйца. Интересно. Это не просто яйца, а Kindle Maxi. Да, здорово. Ну вот это волшебство у тебя получилось. Наверное, кто-то тебе подарил, да? Или это волшебство? Это волшебство. Да, и большая игрушка должна быть там. Да. Я принесла тарелочки. Давай ты одну откроешь, а я другое. Хорошо? Давай. И ты себе положу тоже тарелочку. Так, Даниэль уже там кушает, да? Так. И я сейчас открою. Ух ты, сколько шоколада. У тебя тоже оранжевое яйцо, как у меня. Да. Тогда, когда есть волшебная палочка. Так, давай я открою, помогу тебе. На, смотри, что там. Это какой-то у нас домик здесь. Что это? И у нас... Какой-то у нас муфик в очках, он, у него какая-то бумажка. Смурфик, да? Что-то у него там есть. И какой-то домик у него. Домик, вот это классно. Сейчас я покажу вкладыш, что за игрушка у нас там интересная. Вот что нужно собрать, да, тут действительно какой-то домик. Смурфик классный такой, да? Он в очках. Сейчас будем собирать. Посмотрим, что это. Вот вкладыш. Тут нарисован домик. Прикольно. Там у него есть даже камин. Ты знаешь? В этом домике. Такой классный домик получится. А вот тут серия целая домиков. Тут серия домиков. Коллекции. Да. Сейчас соберем. Посмотрим. И наклеим еще наклейки. Вот какой у нас домик получился в виде грибка. Ага, такой красивый. Да, зеленый грибок. А там еще камин нужно установить, да? Да. Вот такой у нас внутри. Вот такой у нас домик. Смотри, здесь даже есть колбасина. Ага, ну. Ну, поверни. Да, двери видны, окна есть, да? Здесь какая-то
Видишь, повязка есть, какой-то мешок маленький. Угу. Сейчас Даниэль установит камин. Вон труба уже вылезла. Вот. Ага. Передомик уже готов. А ну открой, посмотрим внутри, как камин стоит. Поверни. Так, здесь даже внутри... не... Здесь даже видны дрова. Да, вон камин стоит. И там внутри дрова горят, да? Да. Здорово. Камин с дровами. Только если там был огонь, да, то было бы очень красиво. Там не горит огонь? Да. Только дрова просто лежат, да? Да. Вот такой прикольненький домик. Вот наш Смурфик в очках. Интересно, как его зовут? У него карта в руках. И они вместе идут, да? Угу. Сокровище. Да, он ищет сокровище. Видишь, у него карта. И там нарисован... И здесь даже есть игла такая. Игра есть? Да. Ему нужно дойти до книги этой. Угу, понятно. Это нужно карандашиком дорогу ему сделать, да? Ты должен найти дорогу. А ты видел на карте у Смурфика, там есть крестик. Показано, где сокровища искать. Да, я вижу. Давай следующие? Да. Так, у нас еще одна же капсула есть. Ну, давай, открывай. Здесь оранжевый, тоже такой же оранжевый. Тоже из этой серии, да? Оранжевый домик. Опять у нас домик. Да, там же целая коллекция домиков. И здесь живет девушка. Девочка. Сейчас посмотрим. Вот тут коллекция. Вот домик оранжевый наш. Вот он. И у нас еще зеленый. Да, вот девочка, Даниэль говорит. Девочка там с расческой, которая нам попалась. Есть еще синий и бордовый такой домик. Даниэль уже собирает. Как у тебя получается? У меня оранжевый. А где эта девочка? Давай покажу ее поближе. Вот она с расческой и зеркалом. Угу. Вот он, Смурфик, девочка с зеркальцем и с расческой. Она в туфельках. Да, она в туфельках и падает. Потому что она вот в туфельках. Ой, ну стой же. Вот она. Даниэль собирает домик для этой девочки с Морфика. Наклейки наклеены уже. Ой, отвалилась одна часть. Убежала от меня просто. Хочет убежать. От меня. То я тебя вообще... Посмотри. Они разные, но они с пятнами белыми. Да, это же грибочки, мухоморчики. Да. Это знаешь, и у них разные иглы. Это здесь запутано все. О, Чипик пришел. Чипик, привет. Шоколадку хочешь? Дадим ему шоколадку? Да. Давай ему. Чупи, хочешь шоколад? Киндер. Чупа, кушать. Все, собран домик, да? Вот он, это для девочки. Все, закрылся домик. Она в своем домике. В своем грибочке, да? Каждый смурфик имеет свой привет. Грибочек. А Чупа тоже пришел. Тоже там, да? Он, наверное, хочет шоколад. Вот да. Что он хочет. Я могу ему большой дать кусочек. Не, большой не надо.
А то это самое, животик будет болеть. Ты не укусил мой пальчик. Да, они же тоже сладкие, да? Так. Домики мы собрали. И теперь осталось найти дорогу, да? Что там, игра это... такая? Да. Даниэль, как ищет дорогу? Какой-то книги, да? Волшебные книжки. Да, даже как у феи. Нашел? Да. Все, теперь Смурфик сможет эту книжку найти. Да. А здесь? И еще какая-то, это уже для девочки, да? Карта такая с дорогой. Она что там ищет? Цветочек какой-то волшебный? Да. Ну да, какой-то цветочек. Вот как все запутано там. Да. Интересно, найдешь ты дорогу? Mm-mm. Нет еще. Думаю, что я найду. Ой. Нашел! Молодец, все. Волшебный цветочек будет у Смурфика девочки. Здесь есть балдовый такой домик. Есть такой синий домик, есть оранжевый домик, есть зеленый. И, конечно же, такой Смурфик, у него нету домика аж. Нету домика? Как так? Смурфик без домика. Наверное, домик есть, но он где-то там не виден, да? Нет. Хорошо, что теперь у меня есть... волшебная палочка, я теперь смогу с помощью ее смогу сделать все, что угодно заколдовать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал мой, чтобы увидеть следующее видео. До встречи! Пока-пока всем! Пока-пока! В следующем видео еще будет больше волшебства. Пока-пока!